На конкурс дети читают стихи. Калашников Никита Викторович. Стихотворение про войну. Была война в 40-х, там нас не драли за свободу, за то, чтобы не было невзгоды, за то, чтобы не было войны. На минах танки подрывались, солдаты насмерть там сражались, и 18 лет свои за нас отдали жизнь они. То, что случилось, не забудем, до конца мы помнить будем. Про подвиг тот 40-х, про тех, кого уж нет живых.